Ну а мы вспомним хронологию событий, которые не называют иначе теперь, чем Игнатаном. Украинская революция внесла бюджет к новым темам. Временно так, радикально оппозиционировать на активы, демонтировать и разрушать памятники вождю пролетариата по всей территории страны. Вычислить, сколько памятников Ленина на самом деле на сегодня человек разрушено, практически невозможно. Так что невозможно посчитать, сколько было всего. По данным статьи, то есть там Википедии, около 470. Во-первых, рухнул памятник Ленина на Бессарабской площади в Киеве. Еще до слова,